меняться. Короче, смотри. Кто? Возьми ручку и листик. Ручку, где у тебя ручка? Или похуй, если будет выигрыш, то будем записывать просто сразу сюда, сверху, да? Да. Давай, короче, по 10 сначала первое. Поехали, давай, открывай. Где, вот тут? Смотри, короче, вот тут открывай. Тут число победное должно быть. Давай, а подожди, что а мы тебя? Будем открывать? Да, вы потом после нас с Дашей. Ага. 5-9-3. Так, ваша игра. Ребята, мы... Что происходит? 5. У меня нет 5. 4. У меня нет 4. 3. У меня нет 3. Может, мы тоже будем открывать? Подожди. Нет. 6. Нет. Ой, наебало вы ебаными, 4! Как понять, что выиграть? А как понять, что выиграть? Чтобы иметь нормально поставленную речь, я не нести хуйню. Читать ниже. 9, 90% сука! 90% слов, которые вылетают из твоей пасти, самого тебя закапывают. 3, 2... 2, у меня есть 2! А ну! 3, 2, 7. Сосё... А, сука, себе в ухо ебал. 3, 2, 7, брат. У меня есть нахуй. У меня нет. 10 гривен, сука! Множитель x1. Десяточка первая, сука, нахуй. Лев, блядь. Ебем, ебем. Как понять, я не понимаю, как понять. О, какая ж ты тупая, боже, блядь. А что здесь должно быть? Смотри. Смотрите, короче, сверху... чату тоже. Смотрите. Сверху есть число. Угу. Выигрыш номера 287. Если хоть что-то попадается с этим номером, то ты выиграл сколько-то. Это множитель, x1, может быть, x2. Я выиграл 10 гривен. У нас есть 10 гривен. Да как у меня? У тебя 327. 327. Нет, ты не выиграл нихуя. Бля, какой ж ты, а, сука. Нихуя, это по одному номеру я могу выиграть, да, что-то? Плюс 10, сука, плюс 20. Да. Сколько в рублях сейчас? Куда использованные складывать? Да? Скорее всего, дайте пакет. А, стоп, надо выигрышные сюда складывать, а да, пакет? Да, да. Пакет, вон, дай пакет. Так, пакет. Любой пакет дай. С мусором. С мусором, да. 3, 2, 7. Сюда хуярь. У тебя сколько? 5, 3, 2. У тебя есть 5, 3, 2? Так. 5-3-2 нету. Можешь. Ты за нас хуяришь? Да. Лучший, блядь. Можешь, можно не открывать вообще? Да. Можешь, можно не открывать. Попросили R просто. Ну, а вот это проеб. Вот так что было? Все, у меня здесь грим. У тебя есть? Это проебали, походу. Пизда, дядь. Я тоже проебал. Я тоже проебал, брат. Я тоже проебал. Охуеть, что никто не выигрывает ничего. Ну, только ты лакер. Я жду просто вот тут скидывать. Да, скидывайте, короче, на пол, похуй. На пол просто, мы потом уберем. Я выиграла... У нас 25 рублей. Я выиграла один. Сколько? Рублей? Вот это вот. Да, мы в рублях будем считать. 1, 3, 6. Вадим, Вадим, у меня повторилось. 8, 3, у меня 8. У тебя 4 где-то? Так вот, дальше. Смотри. При сколько? У меня 8 повторилось, значит, я тут множитель. 10 гривен и множитель. Да. Х2, сука! 20! 50 рублей у них! 16 гривен золота. А это точно гривны? Да, это гривны. А как ты понял, что это гривны? Где? Вот. Откуда ты знаешь, что 16 гривен? Посмотри на этого, блядь. Он говорит, 16 гривен залутал. А, ты, сука, приз даже не открыл. Сверху восьмерка, долбоёб. Ты всё нормально? Ты приз не открыл, это просто цифра совпала. Приз? Хорош, ракет, ебать! Лучше сюда, хорош! Сюда, блядь. А давайте в гривнах, короче, писать, я ебал, давай, переводиться. Давайте в гривны, да, потом добавляйте. Все, у нас 50 гривен, ебать! Гривны напиши, гривны. Что-то мне вообще не интересно, у меня, блядь, тоже практически. Блядь, у меня тоже нихуя, блядь. Выигрышные билеты где-то сохранили. Сколько у них? 25 гривен, да, получается? Да. Нет, 20. Хорош, блядь. Давай выигрышные вот здесь складывать наши, а их не пускай в другом. Это твой же? Это твой же? Да. Складывайте выигрышные. Сука, блядь, ну держитесь нахуй, папа открывает. Не спешите так быстро, вы, сука, все пооткрывайте, нахуй, я только 2 открыл. 6-1-8, блядь, меня нихуя не выигрывается вообще. Долбоёб, интрига, сука. Какая интрига, нихуя денег. Дебил, блядь. 3000 гривен проебал. Так это тоже нихуя? Нихуя, сука. Блядь, это пиздец, сейчас, блядь. Нихуя. Нихуя! Нихуя! 6, 8. Нихуя! Тоже нифига! Блин! Сука, наебалово, ебаная, блядь! Вы смотрите меня, блядь, твоя агативка? Идите нахуй, блядь! Можно что-нибудь выиграть, пожалуйста? Блядь, я вообще нихуя не выигрываю! Почему ничего не получается?
сука, наебалово. 6, 8, 9, 7, 2, 1, 3, 4, 5. Вообще ничего! Я уже смотрю. Смотрите, сколько, сколько я у тебя? Уже открыла. Сколько смотри, как ты открываешь? Вот, смотри, у тебя еще 10 гривен? Ну, у тебя 10 сверху? Да. Ебать, добавляй. Добавляй, короче, себе вот сюда, нажимай и добавляй. Ничего не попалось. Ты смотри, тоже нихуя нет? Блядь, ну на фаршмак. Надо выбрать, да, мне поебать. Вот это на меня посмотрел. А сколько тут приз, интересно? Ну да, конечно, смотри, залупа ебаная. Смотри, оно не сходится, и тут 2000 гривен. А тут сколько? 20. 10 тысяч. Ебаная наебалова, смотри. 200 тысяч гривен, смотри! Алло, а множитель сколько? Х1, блядь. Сука, блядь. Изданутся. Пацаны, с такими, блядь, возможностями никогда не сгали. Это азартная хуйня. А вдруг сейчас ёбнет что-то нахуй? Прикинь десятку. Ничего не выходит, да? Да. На все, не нойте, блядь. Начали уже нахуй тут все ныть. Один, блядь. О, у меня есть. У меня есть. У меня есть один. У меня нихуя. У меня есть одно. У меня тоже ничего. Не ной, блядь. Дядя, у меня есть. Что ты, сколько ты выиграл? Три, подожди, стой. Три множитель будет у нас х. Посмотри. А выиграл я. Ты приз открой. Приз. А, приз? 20 гривен, сука. Я выиграла 20 гривен. Дядь, я 10 выиграл. 20 гривен. Нам 10 дописывай. 10 гривен выиграл? Да. Сука, мы впритык пиздуем. Соберись нахуй, соберитесь, блядь. А что, потом могли быть еще. Соберитесь, блядь. Сука, добавляй себе, блядь. Я ебал. А почему не выигрывают нас? Потому что мы хуёвые какие-то. Настроя, блядь, мы трём. Соберитесь, блядь, нахуй. 200 тысяч гривен, нахуй. 200 тысяч, блядь, ебать, мы 200 тысяч выиграли. Обманываете, мальчик. 7, 4, 8. Да не, не обманываем, блядь. 6. Есть монетки ещё? 7. Да, монетки ещё есть, там где-то были. 9. Нет, по-моему, всё. Всё, нет монеток. Бля, разбудь. Нет монет. А я хочу куда-то. Нет, это потом, сука. Так, блядь, ну что-то выиграем. Да сука! Приз 10 гривен, множитель, х1, плюс 10 гривен. Добавляй, иди. Нихуя туда. Сука, блядь. Есть, у меня есть одно. Сейчас мы узнаем. Ты добавил 10 гривен? Мы сейчас узнаем, сколько я выиграл. Добавь 10 гривен все. Они нас на 20 гривен выигрывают. Блядь, я нашел. Множитель. Сколько? Х5 множитель у меня! 5! У меня 7, смотри, сколько? У меня 7 и х5 множитель. Дай мне хуй. У меня 7 и х5 множитель. Смотрите нахуй сюда, бля, как мы вас ебем. Дальше, давай, дальше, х5. Х5 множитель. Х5 множитель. Сука, блядь. 50 гривен плюс, ладно, мы их ебали. 50 гривен нахуй. Хорош, блядь. Плюс 50. Ебать, у нас 110. Сосать нахуй. Ну почему? Сосете. Сосете. Неправда. Сосете. Неправда. Правда. Ты не вспомнил. Мне Рома рассказал правду. 7-9. А что, ничего не рассказывал? Правда! Неправда! Правда! Дальше. Ладно, похуй, нам, блядь, 40 гривен бюджет принес нормально. Ну сука! Я вообще бесполезен в нашей команде, абсолютно! Ничего не выиграл? Ничего! 7-8-2. Сразу тут 2. Хуй. Вот тут выигрышная. Хуй. Вот тут. Хуй. Вот тут. Хуй. Заебись. Заебись. Ты ебал в рот, нахуй. Надеюсь, я выиграю миллион. 4-7-8. 1-7-6. Сразу тут 5. Тут сколько? 4. Тут 2. Тут 3. Тут 9. Тут 8. Не знаю, у нас 100 пока. У нас, у меня нихуя. Блять, они на 10, мы на 10 гривен. Блять, ебать билеты уебищные, по факту типа. Они 3-4-2. Тихо-тихо-тихо, дядь, сейчас 200 тысяч выиграем и все, блять. У нас ничего нет. Дайте монетку. Монетки? Ой, бля. Давай ты мне монетку эти выключи. На, вот эту штуку вырви, вот эту штуку вырви, слышишь? Вот эту штуку вырви. 8, 2, 1. 3, 6, 7, 5, 4. Пизда, блядь, с этой игрой ебаны, блядь. Чел, это пизда. Это такое наебалово, блядь. Просто нахуй готовь разоблачение на эту потому хуйню. Пчелы покупают, надежды. 8! Множитель. Сколько? Один. Что это за планета жопа?
Двадцатка. Двадцатка, нормально, хорош, блядь, давай. Хорошо, двадцатка, блядь. Можно кофе попить, блядь, в переходе, нормально, блядь. Мы их перегоняем, но если что, мы открываем быстрее на одного человека. Мы уже все открыли, кстати. Ну, ждите нас тогда. Ждите нас. Вы все открыли? Да. Нас ждите. На тебя похож. 5, 3, 9, 8, 4, 7. На тебя похож. А он, блин, и фокусится, сука. Подождите нас, пожалуйста. Да, не спешите. А, туда очень... фокус выключен. Вы очень быстро спешите. Тогда вот сюда. За 20 гривен. Блядь, они все равно не поймут. Вы очень спешите. Мы троем медленнее открываем, чем вы, блядь. Я не знаю, как так вышло. Сука. Ой. А что? Бать, а ты дома я не был, блядь. Какой срач, чел. Я, блядь, я нахуй тут убираю, блядь. Я убираю. Ой, блядь. Ну, ай! Сука. Да, куда он тыкал? Ебать. Дядь, ну просто нихуя нет, блядь. Он прям... Тихо, 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 сейчас мы выиграем. А мы уже выигрываем. Пизда. Систему с утром. А как? Лагаешь, что ли? Не-не-не, все супер. 1, 5, 3. 6. Сука. Мы на 30 гривен впереди, это, если честно, пиздец как мало. Давайте еще одну победную. Она трясется. Да. Хорош, дурачи, блядь. Блядь, мы можем этих девчонок съебать? Мы выигрываем, выигрываем, похуй, мы выигрываем. Все, победа. Мы выигрываем, похуй. 1, 6, 5. Все, это то, что у меня будет, правда. 4, 2, 5. Да сука, да как так, блядь? Сука, блядь! Давайте этот, давайте вот эти. Мы можем потом купить на $1000, слышишь этих? Ну ты чё? Давай подведем итоги. Итоги 130 на 100. Охуеть! Что такое? 130? У меня волосы застряли в вентиляторе. Сука, ну. Саша, ты на приколе чисто. А где вентилятор? В чём? Она вентилятор хуйнула ваша. А где вентилятор? Они такие милые. Я кто теря, блядь. А может как-то мы его еще увидим? Ну не надо. Ну выводите его. У нас не получится нормально вывести. Сзади садиться. Вот сюда. Давай, садись сзади. Сюда. Все, садись или не открываешь? Что там не происходит, там не добрый. Все, не открываешь. Маша зовет тебя назад. Нет, пускай открывает. Пускай открывает. 130, так, читаю. 9.80 стоит. Якщо будь-як из ваших номерів совпадает с будь-яким выигрышным номером, если будь-какой ваш номер будь-какой совпадает с будь-каким выигрышным номером, то вы выиграли приз. Все, все просто, нахуй. Первый тестовый. Давай. Ваши номера. Окей, смотрите эти номера. Ваш номер 6. А, типа должна пара быть, да? Парное число должно быть. Не ебу. 3, 3, 8, 9. 1, 7, 9. О! Подожди, я что-то не помню. 2 семерки. А приз тоже стирается, слышишь? 8. Опа, 200 гривен, блядь! А нет, подожди, я хоть наебало. 200 гривен. Ваши номера, вот! Вот должны быть ваши номера, скорее всего, тут. Да, нихуя ты не выиграла, смотри. Да в смысле, блядь? Стираю. Где мой номер? Где мой номер? Как понять мой номер? Да не гони! Уебаны, да? Сука, какие уроды, блядь! Вот номер. Какие уроды, нахуй! Пиздец. Вот. Вот это чем-то должно совпадать. 7 или 6. Гомно. Пизда, я думал, если она сейчас 200 гривен выиграла, это ж пиздец. Да, я бы, блядь, охуела от жизни. Блять. Я выиграла! Сколько? Не знаю. 10. 9, блядь. Добавляй 9. Почему выигрываешь только по 10 гривен, блядь? Ебать, мы как старики чисто сидим, знаешь, блядь. Стираем нахуй. Сука! Бля, такое наебалово, блядь. 10 гривен, блядь. А что такое монета? Вот это. Покажи. Вот. Значит, я выиграла? Подожди, а как ты ее? А что такое монета, реально? Что делать надо? О, плюс 10.
А, слушай, что делать? Вот что это такое за символ? Смотри, тебе нужно число будет, понял? Сука, один. Сука. Сука. Ну, приз, значит, стираешь. Блядь, ну и уебаны. Я не вижу приз, где? Вот в опыт. А вот это все приз. Монетка, это когда, короче, если там номер попадется, если она хоть что-то выиграет, это увеличивает номер. Два раза. Это в два раза увеличивает. Но мы пока нихуя не выиграли. Два. У меня ничего, у меня ничего нет. У нас три здесь. У тебя два, у него есть, слышишь? 20 гривен. 20 гривен? А ты хорош, блядь. Ну мы впереди на двадцатку, нам похуй. Блядь, он только взял и уже выиграл. На 30 гривен мы впереди. Блядь, сюда ставь. Просто немножко долбоёб, блядь. А сколько ты сам выиграл, Вадим? Не хуя, блядь. Нет, максимальный выигрыш это 50 гривен был, пацаны. Я сейчас миллион выиграю, вы охуеете, блядь. Ну да. Не веришь, блядь? У меня тупо такое аниме тут сидели, я чисто... Вы не верите, блядь? 7-5. Смотри. Смотри, как они открывают, блядь, они вот так вот за... Что? Что будет? 3,7. Давай. 3,7. Ебать. ЧЕГО?! Он сказал, что там будет 3,7 и там 3,7. Ты что, преисполнился, блядь? Ну он такой всегда. А как так? Да потому что там не было только 3,7, блядь. А, пусть блядь, хуй его. Ебать, мы тут посрали, Ваня, пиздец. 2,7. Я буду убираться потом. Блядь, какой же... Это худшее! Вот это вообще худшее, блядь. 9. 4. 1. 5. 6. 7. 5. Пизда! Это такое наебалово! Охуеть! Да, пацаны, вы бы знали, сколько денег я... Смотри, если мы это проебали. Должно быть ряд, или если я выиграла 6, значит... Да, 6. Да, наверное, да. Что да? А ну, открой. Подожди, вот это сколько приз здесь? Да, ты выиграла 60 гривен. Ого! Сколько? 50 гривен она выиграла. Я выиграла 50 гривен. Типа она нас обгоняет? На такси домой, блядь, поедешь. Дой, да. Дописывай. Пизда, 50 гривен, нахуй. Вы же не выкидываете их, вы их складываете куда-то? А я выкидываю. Выигрышные не выкидываю. О! 3-3! У тебя 3... 10 гривен, по-моему, это. А ну еще, дальше стирай. Может быть монетка увеличишь? 2. Что за монетка? А там 8. 2. 6. 8. Что за монетка может быть? Она увеличивает игру. Плюс 20. Я, нихуя, нихуя. Плюс 10 гривен. Ебать, они нас обгоняют. Ебать. А куда вы летите? А давайте на что-то забьемся сейчас. Давайте на 50 сабок. Давай на кринж тикток. Нет, кринж тикток. У меня тут монетка, но... Это Юечка и так снимает. У меня тут монетка. У меня монетка и нахуя. За что? Она дабл-дабл делает. А тут просто, ну а тут типа выигрыша нет, значит она полная. Да. Да. 160 на 210 мы летим. Охуеть. Хорош, ладно. Давайте на 50 сабок забьемся, давайте? Давайте. Я да, блядь, ну это же рандом ебано, ну го. Подожди, все типа или суммарно? Не, суммарно, с вас 50 сабок нам. Ну, 7? Либо мы вам. 1,6, 4,7. Монетка. Я вообще, вот это худшее, вот это просто худшее, блядь. А ты не брал по 50 гривен парочку? Нет. Поверь, я, блядь, эту только бабку был. Не понял, блядь. UFC? UFC, блядь. Ну какая, блядь, Ваня, тебе поедем вместе. Плюс 10. Блядь, да почему я так мало выигрываю, сука? Почему я вообще не выиграю? Один раз выиграл 50 гривен. Плюс 10. Девкам 190? Нет, я еще 20 нашла, я же суммировала, вы чё, блядь? У меня вон валяется. Блядь. 20 плюс 50, когда Юечка открыла, я тоже открыла. Сука. Меня зовут Даша. Я зовут Даша. Меня зовут неудачливый уебан, блядь. Даша называть? Да. Неудачливый уебок называй меня, просто моя удача где-то в пизде. Блядь, какой же наебалово ебаное. 8-5. А вы вообще хоть раз выигрывали в лотерее такой? Мне кажется, чат никогда не играл, блядь. Мне кажется, чат я не играл в такое. Играл, чат, играл. Чат, помогите нам добить миллион подписчиков, пожалуйста. Сколько, сколько сейчас? На сердечко,
Да там немного, там немного. Там типа, сегодня немного добавляется. Не какой-то же хайповый такой стрим. О, 10 тысяч. Плюс 50. Сколько? Ты погоняй ее, блядь. Она. Что такое удачливая? А ты обновил. Да. Сегодня, за сегодня 2000 добавилось. Плюс 50. 2300. Плюс 50? Угу. Ты чё, блядь? О, блядь. Давай на 20. Охуеть. Вот, сейчас что-то выиграю. Давай. Нет, я выиграю. 10 гривен. Блин. Ой, блядь. Я хочу выиграть. Диан, давай выиграем. Я тоже хочу. А вы впереди на 80 гривен. Мне не получается. Не понимаю, блядь. Они тянут по 50 гривен, еще и ноют, блядь. Это просто пиздец. Я хочу больше. А дальше больше. Я хочу сразу. 9, 2, 1, 3. Давай, блядь, давай. 3, 7, плюс 10, 8. Да чё, пиздец, они пикают и пикают каждый раз, блядь. Диана, ты такая молодец. Я не знаю, как это у них получается, ну, блядь, понимаешь? Но меня начинает уже эта сука бесить. У меня друг, когда я ему говорил, что его очень хорошо везет, знаешь, что он мне сказал? Mm. Он в детстве дерьма съел. Типа, он говорит, еще не поздно. Я, она как дерьмо на вкус. Блядь, знаешь, когда к тебе говорят... Подожди, у меня есть двойка. Друг, это у нас снова. Двойка? Да, я сейчас что-то выиграю. 10. Чел, мы на такие неудачники ебаные. Нам даже когда падает, это плюс 10 гривен, блядь. Бля, говорится, не везет на заре, только в сексе. Даша, я там, Даша, сказал, блядь, Даша, там тебе... Он мне даст? Не у тебя, брат. Бля, это не ко мне. Это к Макрейскому так рваться. Диан, или может ты излом, блядь. Я не прошу, я беру. Уха, баба, ночуй, блядь. Я слышу, блядь, брат, спасибо! Она тебя убрала. Слушай, блядь. Она меня убрала? Переводчик. Слышишь? Блядь. Злой. Давай потом с Дианой пройдешь тест на совместимость. Мы проходили, там 70%. 70%? Да. Ну а что, Лука зашел? Да там такие вопросы из разряда, блядь, подходите вы друг другу или нет? И ты нажимаешь да или нет, блядь. Ну, типа, по вопросам Рис проварила тест. По моим вопросам. Типа в голове она проварила. Ну там, чё? Она просто отвечала неверно, знаешь? А нет, неверно, там блядь. Нет верных или неверных. Неверно, чтобы найти ключик от твоего сердечка? О-о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 
Дядь, ты просто улетел нахуй. Чат, поддержка запирать, нужна. Блин. Пацаны, нужна поддержка в виде... О, у меня есть один. Ну там у 10 гривен. 10. Сука, как у тебя тоже здесь? Нет. Ну хуйня, ебаная. Вы... у вас плюс сколько? У меня плюс 10. Играет, у меня плюс 10. Мы знали, правильно играет, я проверил, Такое наебалово, охуеть, максимальное, блядь. Я лучше, мне кажется, лучше кейс открывать в кейсе, для больше шанса выиграть. Надо кейсы забиться, реально открыть. Лучше, блядь. Ну, блядь, 8, 8, 5, 4, блядь. Бля, чел, это худшее, что... Подожди, а куда вы складываете все? Вот победители, вот они вот. А у них что? Вот. А, девушки на стол, а мы как долбоёбы мусорим. Нет, вот наши победители. Блядь, это так жарко, пиздец. Если монетка выпадает, то все равно должно выпасть парная, да? Да. Ну как все равно, не все равно. Блядь, у нас нихуя, у нас просто нихуя. У меня тоже. Да, сколько раз выиграл? Не знаю, я не считала. Где-то бля, каков шанс? Два. Каков, блядь, шанс нахуй? Ну да, мне кажется, тут шанса выиграть 200 тысяч, это чисто вообще невозможно. Тут невозможно выиграть. Я хоть... Сорокет, ебать, дядь! В смысле? Сорокетос, смотри. Давай к нам, блядь. А куда ты их складываешь, Вадик? Мы догоняем, дядь. Хорош. Все, пошел. Пошел, давайте наращиваем нахуй и на обгон. Наращиваем, блядь. Быстрее, блядь. И мы сейчас их разъебем, я уверен, блядь. 2-8. Так. 2-9, 8. Все, пошел набор, блядь. Давайте, кому не выпадет. Девяточка, давайте. У меня. Выиграл? Сейчас мы узнаем. Девяточка. Давай. Двадцатка. Двадцатка. Хорош. О, девочка.
Все, пизда вам, блядь. Девчонки, давайте, сосать, короче, блядь. Давайте, давайте, кому из нас сейчас не выпадает ничего, тот лох. Давай, ты это скажи, сколько мне ничего не выпало. Че, ты лох? Нет, сколько мне ничего не выпало. Подожди, сейчас, может, и нам ничего не выпустим, будем все три лоха. Не, не лох, не вот это. Ну, брат, блядь, я 20 О! Билет. Что-то есть? Что? Плюс 10. Бля, че, вот хуйня. Я не лох зато. О, у меня лох. Тоже? А я лох. Стой, у меня есть! Сколько? Сейчас скажу, брат. Плюс 10, блядь. Ладно, мы зато догнали почти! Плюс 10. У них нихуя не выпадает. Понимаете? Они нихуя. Они сосут, а мы нет. 5-9. Давайте, на обгон. Голды спускаются, голды наоборот. Пару минут назад было наоборот. Смотри, девятка, блядь. Ебать, попёрло. Двадцатка, блядь. Пошёл. Сравнялись, парни, блядь. Сравнялись, нахуй. Рили? Сравняйся, у нас по 300, блядь. На обгон, блядь. На обгон, пацаны, нахуй. Все, кого? Блядь, рили 300? Теперь да. И на обгон, пацаны, блядь, все. Все, они ничего не могут ебать. 4-7. Они, пожар... Изи, они поплыли, они поплыли, блядь. Они вообще, давай, слушай, нахуй. Доедаем их, нахуй, доедаем. Сильнее. Взяли, подержи нас. Блядь, нихуя, О, подожди, у меня четверка выпала. Давай. Брат, четверка. Сколько? Блять, плюс 10, брат, опять, ну ебаный, сука, по голове, блять. А не громко слишком музыка? Смотри, шестерка. Сколько? Шестерка. А. Ах, сука. Плюс 10, плюс 10? Брат, обгон пошел. Все, на обгон. Сука, они, у них тоже плюс 10. Все, мы, они все сделали. Посмотри, как она мне насрала тут, блять. Пизда. Что они тут сделали? Никого нет, ничего? Пусто, брат, пусто. Пизда, пусто. Все? Это мы закончили вот эти хуёвые? Блять, мы так быстро перекинули, надо еще два перекинули. Я только разогнался. Блять, ну у нас, кстати, у нас 310-310. Бля, как это все возможно? Ну типа, вот чтоб так четко. Чтоб ты понимала, это окупаемость билетов минус 10 раз. Ну почти. Ну, то есть вот нет, билеты... так это 600 гривен в общем. В, смысле, в общем 600, а они стоили 600? В общем 2000. 2000 гривен ты на все брать? Да. Так уже 600, а у нас... косарь гривен, все вместе. 600, а я 2, 1400 в минус. Дядь, очевидно, что лотерея на дистанции выигрывает. Давайте по одному. Надо приходить. Это надо помалу надо разделить. Это надо в супермаркет прийти, выкинуть 5 чисто рандомных. Ну говорят, все, у нас почти давай закончились. Давай по очереди. Давай, бери. Чё, тут хуйни бы какие-то были. Это последние? Так, да, я говорю последние. Вот эти? Да. Читай правила, Вадим. Так, а, ну всё, получается, вот это открываешь. Подождите, а вот эти? Один. А, это не он. А вот эти? А что это? Это тоже, да, вы не посчитали? Нет. Они разделили на два? Да. Ты делил эти на два, да? Да. А это нельзя было открывать. Выигрыш на номер. 18, 16. И 5. Так стирай, посмотрим, что ты выиграл. И что? И что открывать? Или стоп, сейчас, сейчас, сейчас. Что открывать? Что открывать, блядь? Посчитай, сколько тут. 15. А, вот, типа. А, здесь вообще нереально, 15, смотри, 26. Тут цифры огромные, дядь. 29. Блин, а по сколько ты... Ой. 5. А что здесь нужно делать? 1. А как вы это делаете? 19? Да. Сука. Ну, это полмиллиона. Вот тут может попасть. Сейчас, погоди, я посчитаю. 28. Блядь. 21. Мне вообще пофигу, они открывают. 8. Мы думаем, мы смотрим, как это работает. Давай я попробую. Пизда, чел, это просто пизда. А что, что надо, что надо? Надо что, покажи камеру. Покажи камеру. Вот. Вот, короче, в центре тут есть цифры. А, не, не видят. В центре есть цифры, чтобы они совпали с каким-то из этих числов. 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 Бля, ну это... В центре есть цифры, и они должны совпасть. Да, совпасть. И тогда видно, сколько ты выиграл. Наружно. Да. Да.
То есть, по идее, стираем с середины. Центр стираем. Потом вот тут все. 6. 6, 21, 12. Теперь вот эти все надо. Три, да. Сука. Мне кажется, тут ни одной будет, ни одной победной не будет, я чувствую. А у нас разница какая? У нас нет разницы. Я вам говорю, здесь нихуя, мне кажется, не падает. 19 упало. У тебя выпало одно? Да. 20 гривен. Сука, блядь. Как говно на вкус. Так. Блядь, да дай, сука, 1000 гривен, блядь. Блядь, это я не хочу. Это невозможно, дядь, это полная наебала. Выпало 20 гривен. Еще? Да. Посмотри, как она быстро открывает нахуй. Она вот так и за одну штуку открывает. Куда ты спешишь, блядь? Пизда, блядь! У нас ничего нет. Просто пизда рулю, пацаны. Не то, что пизда рулю, просто пиздец. Не, дядь, она ничего не падает. Ничего не падает, дядь, я тебе говорю, ничего не падает вообще. Мне так. Мне упало 40 гривен. Чё за хуйня? Чё за хуйня, блядь? Ты работала там, что ли, блядь, в этом магазине? Это потому, что вы над нами глумились. Говорили, что мы сосем, мы сосем. Сейчас будет. Это карма. Сейчас все будет. Юля, сейчас и будет. Сейчас домой приедем, блядь, все будет, нахрен. 5, 6 и 25. Опа, 40. Они нас выиграли 100%. 40 гривен! Сороколка! Хорошо, блядь. Че уже, нахуй? Че уже, блядь, чувствуешь? Все, да. Красава, блядь. Лучший, блядь. Красава, блядь. Старого, блядь, в сороке. Давай, блядь, пошла грязюка, блядь, по трубам, по пизде пошли, по кочкам. Пизда пошла по кочкам. Давай. 7, 18, 20. Так, 1000 гривен открываю, тут есть. Смотрим. 13. Наебало. 12. 25. Уёбки, уёбки, уебаны, гандоны, блядь. 40 гривен. Иди нахуй, блядь. Блядь, пиздец, блядь. Как говно на вкус, блядь, кстати. Что за удача, блядь? Сука. Блин, если мне еще десятка сейчас упадет, я вообще орать буду с 420, блядь. Меня это число преследует. У нас ебут? Двадцатка! 20? У нас одному злому, короче, падает. 19-19. У меня только Диане падает. Двадцатка, кенты, ебать, да, парни моны. Ну у нас еще дохуя, у нас 40-40 еще на день. У меня ни одного нету, блядь. Я колесо удачи ни разу не выиграл еще. Кто еще не выиграл колесо удачи? Я. Хорош, лучше. А я? Лучше. Я сказал лучше Е. Вадя, Вадя, я надеюсь, мы сегодня лям ёбнем. Нет, какой, мы не лёбнем сегодня. Если... Если бы сегодня был бы лям, я бы набухался, пизда. Пацаны! Давайте грязюку насыпайте, блядь! Ну по-братски, блядь! Я тоже. Нет, я испугалась. Да там много, ребята, да, очень много. Все ой, пишут, что у вас 430. Сделай 430. Почему 430? Ты, значит, ошиблась. Ты, значит, один раз не... Дядя! Сколько? 200 гривен! Ты долбоёб! Серьёзно, 7-7! 200 гривен! 200 гривен! По пятёрке! Лучший, хороший! Сосать, девчонки! Сосите, блядь, сосите! Извини, пожалуйста. Извини, ты так расстроился. Сосите! 200 гривен, я ещё не дотёр, блядь! Хорош, ебать! Там сейчас на 7, 17. А, там 17 гривен, блядь. Я думал, там 7. Натуре! Блядь, там 17. Блядь, я не дотёр, блядь, извини. Извини, я не дотёр. Да, показывай. Я не дотёр, блядь. Мне уже сказали сосать. Я не дотёр. За что злой меня уже послали? Ебать, я долбоёб. Ну я не дотёр, тут 17 и 7, я семёрку стёр, охуел, блядь. Да, злой, даже тут гримжан навалил. Чел, я уже повыёбывался, блядь. Зато мы выиграли 20 гривен, точно. 20 гривен есть, брат. Двадцатка еще? Да, двадцатка есть, точно. А вы,
Двадцатку допиши нам. Допиши нам двадцатку. Я сейчас запишу. Стоп, подожди, а у нас 300 же. Ой, блядь, я не туда вписала. У нас 300 или 400? Ай, блядь, сколько там было? 370 или 300? Да. Или 340, блядь! Я не знаю. 370 было. И плюс 20 нам, 390 сделали. Ебать, я расстроился. Ебать, меня расстроил, блядь. Пизда, чел, я думал, мы так вырвались вперед прям. А, в мобильске, как говорит, ну, сейчас он стирает там 17. Блядь. О, 12. 40 гривен. Хорош. 40 мы сравняли на 5. Хуя ты рандомная, конечно. У меня ничего. У меня абсолютно ничего. У меня пальцы. У кого палец уже болит? У меня. Там что-то рисовывали, блядь? 21-11-30. У меня есть. Да заебись, если можно было. Блядь, мы вернулись на 10 гривен? Да, мы на 10 гривен впереди. Я, чтобы у него мне с этой дадил, вообще ни разу ничего не выпало. Я тоже. Хорошо, что мы с тобой не в команде, но мы проиграли. Ебать, прикинь, два неудачника сидят же с нами. Нихуя не падает, кентам. Может, вы кинем нахуй из команды? Рили, Валя, ты только блядь, минус нам, блядь, билет. Мне сейчас плюс 100 будет. Ой, это вообще-то ты сейчас облажался. 200 гривен, 200 гривен. Да, прикинь, как мораль у нас упала после этого. У нас мораль фул упала, блядь, дядь. Сука, давай, блядь, я хочу еще... Нам надо отрыв хотя бы какой-то, блядь. У нас 10 гривен отрыв. Что, последний? Чё-то у них типа 430 было, чё шо? 22, 1,8. Блять, это последний, это мой, ты решаешь. Пишу, что у нас 430. 430 у нас? Ха-ха-ха, 100 гривен. Смысле? Покажи! Вот, 25, 25. Блять, ну это фейк! У меня по 20. Сколько? 20? 20? 20. Пизда, мы въебали. Женитесь на мне, я удачливая. Я выкуплю, правда. Что говорить? Ну, например, бой проебал, а война-то еще все, впереди. Мы проебали. Последний билет, брат. У меня в руках. Дай мне. Нет. Дай мне, мне не везло, у меня еще процент, жестко. Давай. Не, я одного не выпадал. Стой, 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 не стирай. Ну там сейчас 1000 будет. Плюс 20 у нас. Плюс 20. 17, 27. Плюс 20? Надо, короче, открывать сотку, вот тут по-любому. Блядь, 28, 27, уёбки ебаные. 13. Ничего не выпало. Ничего? Какого шанса, что выпадет 1000 гривен? Плюс 20. Нихуя. Ничего бывает. У нас же плюс 20 еще. Я все равно на сотку выиграл. Бля, я на единственную сотку выиграл. Мне... Дай 500 гривен, сука. Уёбище ебаное. 29. 200 гривен. Дай 200 гривен. Уёбище. Дай 10 тысяч. Ну да, конечно, блядь. Все, 500 тысяч стираю. Нихуя, блядь. Дядь, плюс 20. Бля, чел, мы въебали. Ну, все, уже все закончили. Да, мы въебали. 480. А мы выиграли, а мы выиграли. А, сосите, сосите. Да там Диана выиграла. Мы выиграли, мы выиграли. А, пососите, пососите. Бля, это пизда. А сколько мы въебали денег? 3000, наверное? 3500, окуп. Окуп? Минус 2000. Какой окуп? У них окуп, блядь, 2000. Он там. Да. Бля, это тильт полный, если честно. Я ебал в рот эти хуйни. А давай за ковриком сделал. А давай на сторис пойдешь, я хотел тренинг билет, я даже бомжу. Бомжу? Ну, да, бездомный. Давай, блядь. А ты его найдешь? Соточку надо дать? Изи, пойдем на районе. Да, вот он. Не, реально, можешь просто отдать эту кучку какому-то бездомному. Ты же и так на него в кулоне не пойдешь. Да, а ты знаешь, как долго они будут пробивать, чтобы отдать эти деньги? Они заебутся пробивать, брат. Историю запишешь.
может, бабушка 470. Какой-нибудь консьержки вашей даже. Я не пускала. Вот, на консьержке отдадим. Она пускает в какую квартиру? Бабушке консьержке отдать? Я сказала. Да. Только мне кажется, они забавно ответили. Она пойдет забирать? Ну 100%, это же бабушка. Кстати, можно отдать бабушке. Ты выиграла бой? Тут 1000 гривен. 470, да похуй, ребята, проиграли. Да, да похуй, тут 1000 гривен. Это твой нерв, блядь, он взорвался. Тебе придется убираться, Вадим. Можешь пообнимать ее? Мы сидим. Можешь, я могу идти. Блять, это что, он какой-то нахуй, что ли, блядь, мне уже шли. Это все выиграно? Да, блин, надо каким-то образом хотя бы это вниз скинуть. А вот это брат. А, где пакет? Слушай, нельзя я робота купил, слышь? Алло! 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 Кубица мне в ухо прям сорал, алло. А где выигрыш мне? Ты что меня тыкаешь? Где выигрыш мне? А, вот забрал, вроде. И двои, и ее? Да, куча. Тут 1000? Я пойду и выброшу купоны. Не, в смысле, сними что-то нормальное. А ну, вот иди. Я не купоны выброшу. Что, выиграешь? Да, просто, монстр на подъем. Ты дороже, ты долбоёб. Какой долбоёб, блядь? Да, сейчас. А вот это ты как? Ты нахуй пойдешь и будешь подбирать, потому что мусор. А вот это как убрать? Либо это её... Пизда, да? Либо с мокрой салфеткой, либо водичкой. Это все пыль. Пизда. Это пизда, походу, слышишь? Да не пизда, это расслабься. Не, ну я имею в виду, что сейчас. На самом деле мало билетов. А? Мало билетов. Нет, мало билетов, потому что мы открывали пятером, типа, по-моему, так по-быстрому, по-быстрому. Там бабы вообще вот так открывали, вот так, так по кругу, блядь. Мы миллионеры! Мы долбоебы, блядь. Слышь, у меня сидели на 1000 долларов. Ну, смотрите, тут. По 50 на гривен. На 1000 долларов по 50 гривен. Ты что, прикалываешь? По 50 гривен билетов. Взять 400 штук. Стой. Что? Что? Садись на коленочки, садись на коленочки. Что такое? О, нихуя уборщицу заказали, слышишь? Обзор моих подарков это... Да, я не видел этот ролик. Начальник, остайся сделать. Ну хуйня. Массаж вот ему, пипи массаж ему. Натяника, вот только вот, не бейте тапками, вот тут, пожалуйста. Потом. Вот тут получше, можно? А вот тут еще тоже протереть надо. По мафию рубанем. Рис. Тут тоже какую протереть надо. Рис! Мы не ебанем на пятерых? Ну да, на мафию. Да. Сосай, 5 долларов. Не, у нас не получится, надо отвечать. Там же еще Костя есть. Да, Костя еще есть. Нам на... Да нет, мы не сможем нормально. У нас нет ведущего, типа. Да боже, ты порол. Типа на раза три просыпаемся. А кто нам ведущий нас, в смысле? Да нахуя он? Мы без ведущего играли мафию. Пошли, давайте с водой челлендж, как предлагали. Давай. Набираем в рот воды и смотрим смешные видосы. А тебе нас... не жалко тут пол? Да, тебе тут все не жалко, блядь? Тебе не жалко? Ой, тебе не жалко? Ты клавиатуру учу. Ты Карлсон? Блядь, только хотела сказать. Я просто вижу видос Рики и сука, блядь. Давайте нам. Давай, неси воду. Только надо напротив друг друга сесть. Как ты нам... что, ёб...